Настя пытается развести голубей на похавать. Так у меня ничего нет. О, смотрите, какая, а? Вот у нас отношения с ней также начались. На пустоту повелся. Жестко, да, звучит? Тихо, успокойся. Успокойся. Настя, холодный снег, не бери его. Ой, друзья. Короче, сейчас мы идем к Настюхе. Очень живописное место, кстати. Да, вы сейчас видите отличное место. Это Настя здесь жила. Это настоящая Россия, настоящая близ Диканьки. Ой, настоящая... Ну как это называется? Типа... близ говняньки. Вот. Сейчас будем пироги есть. Это мой район. Я здесь родилась. Смотри, это еще покажи дома. Да, вот смотрите. Это гаражи, а это дом. То есть... Какой это дом? Это сарайчик, у кого-то там жили курочки раньше у нас в дворе. Эти козлятки тоже. Вот у вас было такое просто вот посреди города, почти в центр? Да, это чтобы, центр. Чтобы козлятки там гуляли на детской площадке, чтобы кролики у вас были. Не было, а у меня было. Понятно. А еще курочки тут бегали. Вот тут. Сейчас покажи. Москвичи вам напишут нам, как у них курочки бегают, да? Вот такая вот. Близ дикарьки. Ой, близ говняньки. Говнярки. Короче, залетаем, есть пироги. Ой. Не можно, короче. Ага. Пирожки. Пирожки. Настенька. Вы худеете. Смотри, какой. Никому не дает жадина какая. Жадина. Такое у него лицо доброе какое-то, мне кажется. Да, такие ушки прикольные. Это что? Кстати, крыса. Это крыса. Декоративная 100 рублей. Может, 100 рублей купим крысу? Короче, итог дня. Ужасно потеплело. И все потекло. Даже ты. И даже я. Ой. Давай спой нам песенку. Мы только что Настя шла, пела. Какая вкупежная песня, что я же забыла. Давай. С первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Давай. Дальше. Садила. Давай, пой, я не буду петь с тобой. Ну все, он без меня только... Он вот при вас стесняется, без вас знаете, что делает? Отличная погода, свела меня с ума. Короче, когда солнышко, вы заметили, да, делать что-то хочется, сразу же хочется гулять, показывать, рассказывать, снимать, веселиться. Когда погода серая, унылая, то хочется сидеть в телефоне. Вот Настя, видите, она сутки уже сидит в этом айфоне своем. Но... Чу, я просто добавляю все сцены. А чехольчик-то покажи. Новый чехольчик. Смотри, новый чехольчик. Да. Тот, который она купила вчера, она поняла, что он ей не нравится. Все, Паш, вот это. Почему тебе не нравился твой чехол, который тебе нравился? Он... Я думала, когда пришла в магазин, думала, что здесь прям белый-белый цвет, а здесь вообще какой-то синий прям. А вот этот мне больше нравится. Это такой Алла Пугачёва. Я его вот так называю. Поехали! Готовим курочку. Ну, а, кстати, кто просил из вас, Настя, сними, что вы готовите, как вы питаетесь. Сейчас покажу быстрый вариант, как приготовить курочку. Берем куриное филе, берем яйцо, одно разбиваемое, и муку. Это будет как куриные наггетсы. Так, яичко окунули, в мучку окунули, поваляли. Вот так вот, обильненько. Опачки. Ну, больше нравится такая курица. Вроде ну, просто ему больше нечего есть. Чем кормят?
чем кормим, тому и рад, пацан. Теперь самое интересное, как ты это впихнешь, если это не впихуемое? Подвинь! Нет. Сейчас будет. Подвинься, пожалуйста, жирный. О? Ты там тоже подвинься, жирный. Все? Все? И все? Сколько ждать? Ждать до готовности. Сколько ждаешь, столько ждать. Главное переворачивать, а не как Настя. Да. Не как сырники. Да. Помнишь сырники? Я-то помню. У меня, кстати, проблема очень большая. Я всегда забываю, что я дополню. Как с этим справиться? Настя забыла опять. Ёпсудай. Сейчас. Не, так надо. Фух, я бежала, думала, сгорело все. Поджарится. Тихо, сейчас брызнет, брызнет. Смотрите, мясо с сюрпризиком. Все-таки обгорело. Я думал, что-то воняет, все равно горело. Оказывается. Это не я, это все, когда фотографию обрабатываю, долго становится. Че? Смотрю фотографии, Паша говорит, дай мне какую-нибудь фотографию мне надо в Инстаграм выложить. Я думаю, это подходящее. Анджелина Джоли. Капец, у него губки. Смотри. Можно сделать какую улыбку. Сейчас, три. Улыбка. Нифига себе, это настолько сейчас вот. Такое стали. Это настолько сейчас приложение стали, что можно улыбку менять. Ага, челюсть, смотри, челюсть. Можно такую взять? А можно вот такую. Ну, та идет тебе. Вот это? Да. Смотри. Капец. Ширина, ширина. Можно так сузить? Можно вот так сделать. Парни. Вас дурят. Нас дурят, реально. Бабы выкладывают в Инстаграм, они могут себе и... Какая была изначально-то? Вот такая? Ты даже не помнишь, какая я была изначально. Уже себе там нос, улыбочка. Блин, Настя. Да если бы вот такую фотку в Инстаграме девчонка видел, влюбился бы? Катя бы улыга. Что? У меня сопля почти. Что? Какая сопля? Выползла. Че? Друзья, если вам снимать все, что у нас происходит, вы точно скажете, что мы какие-то это... того. И еще знаете что? Да, у меня ноздри большие. Написали, да, ей в комментариях. Да, они разные. Я не виновата, что я сделать-то должна? Пусть на пластиковую операцию. Да, ты вот так вот поворачиваешься, и все сразу видно. Еще постоянно приходится волосики выбирать, все видно. Паша постоянно подходит, фу, у тебя волосики. Потому что тебя их не видно, у меня вот ноздри большие, поэтому все видно. Они у всех есть. Короче, мы сходим с ума уже. Блин, какого вот это? Настя ходит всю булыгу там. Сейчас спешку заодно болела. Типа она выиграет. Да. Короче, он реально там типа ей больше занимается отряд. И тут она ему... Да. Снимаем. Нет света. Ну говори. Короче. Ну. Она курит. No. Она ему сказала, no, что больше не будет. No. Якобы он ее спалил, она курила. No. Но она же ему обещала, что не будет. No. За это он ее выгнал. No. Капец, он ее выгнал. Потом, короче, она уходит, он типа грустный. Что, блядь, плакала что ли? Да. Из-за Егора Крида и вонючего, и тёлок свой. Так ей жалко было. А потом он, короче, загоняет эту тачку, забирает ее. И все, они уезжают. Короче, она не уехала. Капец, меня развели. Бля, Настя. Ушла из-за того, что она курит, и ты из-за этого плакала? Да. Ёпс, туда. Пошли концовку записывать. Это все так жизненно, как-то. И все.
Настя, мне очень стыдно за тебя. Блин, короче, я не из-за этого плакала. Просто мне было жалко, и она такая. Да все, я не плакала. Я просто вот так вот напрягла глазки и все. Короче, сегодня мы вам советуем, друзья, фильм. Это будет фильм «Ярость». Он очень сильный, очень крутой, и современный, и мощный, и динамичный. Мне страшно, мне тоже страшно. Бой не окончен, бой не окончен! Давай! Ярость. Всем спасибо, кто сегодня смотрел, кто сегодня снова вернулся, чтобы посмотреть нас каждый день. Ваша Настя, всем спасибо. Сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Всем пока-пока.